Матильда, послушай, что пишет мой маленький друг. Бабушка заставляет меня учить уроки, а они мне так надоели. Когда я вырасту большой, то обязательно стану пиратом. Пиратов все боятся, и они что хотят, то и делают. Любопытно. Матильда, ты боишься пиратов? Ай-яй-яй, какой стыд, какой позор. Пиратов боятся только трусы. Да-да, и поэтому я должен немедленно рассказать весьма занимательную историю. Голубого, большого океана, я сам за рулевого, я сам за капитана. Находчивость и храбрость, отвага и удача, в беде не растеряться, вот главная задача. Коварная пучина напрасно ждет поживы. Кто трус, тот не мужчина. Вперед, пока мы живы. Находчивость и храбрость, отвага и удача. В беде не растеряться, вот главная задача. Находчивость и храбрость, отвага и удача. В беде не растеряться, вот главная задача. Седьмая, восьмая, девятый вал. Необитаемый остров из всех необитаемых островов на Земле. Мы бедные. Мы бедные. Мы бедные пираты. Нас очень-очень, очень даже жаль. Мы грабим и корветы. И фрегаты. А почему? А потому, что не привили нам мораль. Пирату не нужны науки. И это ясно почему. У нас и ноги есть, и руки, и руки. А голова нам ни к чему. Это пираты. Полудра! Пристань всех наверх! Полный пират! Эй, там! На острове!
тебя видели. Давай, сэр. Это вы ко мне? К тебе, чтоб не лопнуть. К кому же еще? В таком случае я скажу вам только одно. Мюнхгаузен никогда не сдается. О. Ну-ка, пощекоси его. Попал! Молчать! Ой. Укротить эту рыбу было совсем непросто. Клянусь моей треуголкой. Эй! Мюнхгаузен! Ты меня слышишь? Слышу! Спаси нас, благородный Мюнхгаузен! Как бы не так. Вы получили по заслугам! Умоляю тебя, Мюнхгаузен, жалься над нами! Мы бабушку не слушались. Мы больше не будем. Хорошо, я вас пожалею, но обещайте, что вы станете совсем-совсем другими. А что мы должны делать? Перестаньте грабить и топить корабли. Возьмитесь за работу. Мы согласны. Выпусти нас скорее отсюда. Один момент. Алле, хоп. Если б ты нас от смерти не спас, и если б ты не помиловал нас, мы скажем раз, мы скажем два, и снова повторим. Мы от души, Мюнхгаузен, тебя благодарим. Мы скажем раз, мы скажем два, и снова повторим. Мы от души, Мюнхгаузен, тебя благодарим. Да, пираты остаться могли бы, жили в воде удивительной рыбы. Но надеюсь, что этот урок им пошел без сомнения впрок.